времени суток, дорогие друзья. Я вам только что снимала с уровня кошек, как, в общем, они тут ходят, бегают, играют. Маленький устал и уже укладывается спать. Это называется, как понять, когда нужно ложиться самому спать, да? Тогда, когда вот кошка вот так вот вечером уже наигралась. Это как по тому анекдоту, да? Когда типичный питерский домик, дворик колодцем, дома стоят, заходит дядя в него, там до третьего этажа разбитые окна, там машины частично перевернуты, детская площадка в узел завязана, посередине в песочнице сидит девочка и ковыряет лопаточкой там песочек. А вот он в шоке такой подходит к девочке, говорит: «Девочка, а что случилось? Что произошло? Наигралась я!» Вот это вот типично про Ириску. Это мой хороший. Вот, чтобы больше света было. Ну что, друзья, мне активно помогали кошки делать мои домашние задания. Вот, я надеюсь, что я наконец-то на этой неделе завершу все свои мучения. Ну, конечно, еще остается под вопросом курсовая, потому что я не ожидала, что настолько я сильно заморачиваюсь, если честно. Вот, но я сама себе такой дедлайн поставила, что все хорош, надо заканчивать. Да, Ириске не понравилось, что я... А мы вот так вот можем тоже. Вот. Ириске не понравилось, что сидели рядом с ней и разговаривали. Она решила пойти позаниматься на коврик. Там и хорош. Такой мягкий, нежный кошак, вообще я не могу. Самое что интересное, что она практически в руки не дается. Сейчас как-то полегче она сама приходит. Ну, побудь немножечко. Милая кошка. Ладно. Оп. Вот. В общем и целом, можно меня поздравить с тем, что по домашним работам, по некоторым из них у меня почти все готово. Вот, мне осталось решить задачи. Вот, и, собственно говоря, на этом будет все сделано. Вот, по курсовой оказалось не все так просто, по той простой причине, что мне нужно, оказывается, не просто внести там первый, второй, третий источник, там не меньше 10, чтобы было. Кроме учебников должна быть периодика, то есть мне нужно будет все равно идти в библиотеку, в читальный зал. Вот. И кроме этого всего, если это какие-то книги, то какие конкретно страницы, в общем, как-то так. Так что это еще, видимо, растянется где-то на неделю. Но я надеюсь, что на следующий я уже все это завершу. Вот. Тот лак, который я вам показывала, он у меня, в общем-то, какой, пятый день, и вот он съехал немножко, так что мне сейчас еще хочется успеть сделать маникюр. Вот, я делала упражнения на спину, потому что я сегодня с самого утра и почти до 8 часов вечера сидела, ну, в стоическом положении, никуда ни вправо, ни влево. Вот, так что, чтобы это все не высыпалось никуда. Вот, ну и что? И вас ждет что-то по поводу чтения, потому что я и сама от себя не ожидала, но у меня несколько книг на прочтение сейчас. Вот такие дела. Вот, и, ну, в общем-то, все. Я пошла готовиться ко сну. Я еще хочу немножко почитать, сделать на ночь глядя маникюр
чтобы завтра не тратить часть дня. Вот. И да, завтра все как всегда. Вот. Хорошего вам вечера и до новых встреч. Пока-пока.